23 апреля в школе номер 8 города Амурска состоялся смотр-конкурс концертных программ «Мы этой памяти верны», посвященный 70-летию Великой Победы. 30 педагогов и 75 детей на школьной сцене актового зала представили различные номера. На концерте было художественное чтение, танцевальные постановки, музыкально-литературные композиции, вокальное искусство. Рядом со сценой находилась выставка декоративно-прикладного творчества, которая отражала тематику конкурса и была украшением зала. На ней были представлены работы детей кружка «Янтарная бусинка», мастерская красок, выжигание. Участники в течение 3 месяцев готовились к этому выступлению. Слаженная работа педагогов помогла сделать праздник настоящим, долгожданным и красочным мероприятием. Вот сейчас прошло мероприятие, посвященное круглой дате 70-летия Великой Победы под названием «Победа 70 лет. Мы этой памяти верны». Мы готовились к этому мероприятию очень ответственно. Долгое время подготовка началась буквально сразу же после Нового года. То есть постановка, танцы. Работа на сцене, с микрофонами, с большой аудиторией – это те трудности, с которыми предстояло столкнуться юным артистам. Учили все 3 месяца, все волновались на сцене, стих и песни пела. Как тяжело, когда идет война. Репертуар подбирался с тем расчетом, чтобы большинство детей могли участвовать в концерте. Разнообразие жанров, чередование веселых и слезных номеров – все было в меру и очень уместным. Праздник получился ярким и достойным, как и сама великая дата, которой он был посвящен.